Привет всем, друзья! Перед вами на экране монета Греции 2 драхмы 1982 года. Эта монета регулярного чекана является монетой разновидности 1982-86 год. Чеканилась монета на финском монетном дворе 3 года, в 82-м тираж 64 миллиона 414 тысяч, в 84-м 37 миллиона 861 тысяча и в 86-м 21 миллион 19 тысяч экземпляров. Сделана монета из никелевой латуни, желтого цвета. Давайте подробнее рассмотрим монету. Начнем с реверса, на котором изображены два перекрещенных ружья, лавровая ветвь, это символы триумфа и победы в освободительной греческой войне 19 века. Ниже надпись денежной единицы драхмес. Кто помнит, в предыдущем обзоре надпись производилась драхми, а с 1980 года надпись денежной единицы на монетах производится во множественном числе согласно правилам демотики драхмес. И кстати, греческие драхмы изготавливались еще до нашей эры, в античные времена в Греции. Последние драхмы были изготовлены в начале 4 века до нашей эры из серебра, затем они были вытеснены римским динарием. Возрождение греческой драхмы произошло в 1833 году. С 8 февраля 1833 года драхма является национальной денежной единицей Греции. Состояла драхма из 100 лепт. А 1 января 2002 года был введен евро. Обмен драхм на евро производился до 1 марта 2002 года по официальному курсу почти 341 драхма за евро. Давайте рассмотрим дальше монету. Внизу год чеканки 1982, разделенный цифрой 2 пополам. По окружности монеты греческая демократия. Давайте взглянем на аверс. Перед нами аверс монеты, на котором изображен бюст Георгиоса Караискакиса. Он возглавлял отряд повстанцев период греческой революции 1821 года. И кроме того, что он изображен на греческой монете 2 драхмы, существует также площадь Караискакиса в городе Кардица. И в честь него назван стадион в Пирее, на котором принимались соревнования по велогонкам на первых Олимпийских играх современности в 1896 году, а также футбольные соревнования на Олимпийских играх 2004 года. Этот стадион является домашней ареной Олимпиакоса. По окружности монеты надпись «Георгиос Караискакис». Диаметр монеты 24 мм, толщина 1,7 мм, гурт трубчатый, вес 6,1 грамма. Цена монеты около 10 гривен, все зависит от состояния и места покупки монеты. Спасибо вам, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, пока!